Итак, ребята, всем привет! Вышло обновление Parallels Desktop 19.1. В этом видео мы будем обновлять 19.00 на 19.1. Также появился новый метод активации. Китайцы опять совершили революцию в компьютерном мире, скажем так. Как бы это сейчас не звучало. Поехали! Так как я нахожусь в Беларуси, нам потребуется VPN. Отличный VPN, VPN Satoshi. Видео об этом VPN есть у нас на канале. Приложу в аннотации, будет. Включаем VPN на Германию, подключено. А далее открываем Parallels. Прекрасно видим, что у нас здесь 19.00. Почему я открыл так? Потому что я буду обновлять. Нажимаем проверить обновление. Доступна версия 19.1.0. Скачать обновление. Нажимаем. И немножечко с вами подождем, пока скачается данное обновление. Перед нами Mac на платформе Apple Silicon с чипом M-серии, это M1 Pro. А система macOS Sonoma 14.1. Вышел релиз кандидат 14.1. Я оставлю только релиз кандидата, либо финальный версии. И об этом прекрасно знаю. Ожидаем, пока скачается обновление. Нажимаем «Установить сейчас», происходит установка, а далее поговорим об активации. Вот я подготовил папку, эта папка будет в Discord-сообществе, подписываемся, забираем. Также эта папка будет в WhatsApp-сообществе, будет ссылочка. Первое, что делаем, это программа из любого источника, это все знают. Сейчас об активации. Parallels Desktop Activation Tool. Разархивируем и запускаем. Открыть. При этом мы саму параллельку закрываем полностью и нажимаем просто install. Нажали install, ввели пароль, нажимаем ok и видим, что у нас patch status installed, то есть установлен. Далее, она просто так не откроется, вот я запускаю, пишет, что повреждено. Нажимаем отменить, заходим в программы, зажимаем control, открыть. Она у нас бизнес версия, закрываем, а теперь открываем как обычную программу и запускаем операционную систему. Все прекрасно работает. 19-я версия, начиная с версии 19.1, запускается как обычная программа для Mac. Вот, пожалуйста, бизнес-версия. Все прекрасно работает. Если видео понравилось, лайк, подписка, комментарий, вступаем в Discord сообщество, подписываемся на WhatsApp сообщество, вступаем в группу ВКонтакте. Всем пока, до встречи в новых роликах, удачных установок!